Привет, я Ева Эльфи, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я нахожу... Ребят, кто играет в Доту, тот вот с Евой Эльфи будет знакомиться. В Сингапуре на International 11. Понимаете? Я подготовила пару провокационных вопросов для игроков Доты 2. И теперь моя задача вылавливать их на арене, в отеле, на улице. И задав... А я мог туда поехать, кстати, чуть не срослось. Давайте мы эти вопросы. А спонсором этого видео выступили 1xbet. Спасибо, ребят. Ой-ой-ой. Привет, я Ром. Винлайн, спасибо большое. Спасибо, что вы есть. Привет, я Ева Эльфи. Привет, я Рома. Hello, my name Sam. Сразу видно по взгляду, кто ее знает. Я Антон. Я Женя Нотист. А я Денис. Скажи мне, какой самый горячий персонаж Dota 2? Самый горячий? Наверное, Королева Боли. Почему? Что это, Queen of Pain? Кто дрочит на эту ушастую? Осуждаю за оскорбление тебя. На, такая прям. I'll go with the most... Самый горячий персонаж реально Дмитрий Ликс. Most obvious one, I guess. Queen of Pain. Sticks and stones might break my bones, but whips and chains excite me. Эти цепи возбуждают меня. Да ты, смотрю, не... Как это, не пальцем делан? Yeah. Ну, наверное, Queen of Pain с Арканой. Quap. Why? Her tits are... Они, у них у всех один персонаж? Very nice. Окей, окей. Ну, пусть будет, не знаю, Лина. Квапа. Потому что она делает больно. Мы, кстати, не заметили, что многие мужчины выбирают именно этого персонажа. Видимо, ты любишь страдать. I guess Crystal Maiden? Draw Ranger. Yeah, why? А кто-нибудь скажет Пуч, интересно? I don't know. I think she's just hot. Yeah. It has to be the Windrunner with the persona. Yeah. Beastmaster. Why? О. Beastmaster — самый горячий персонаж. It's my favorite hero. I'll go with Lina, though. Why? I don't know. I like her color. Yeah. You know, and yeah. She flies. Yeah. She's yeah. fun. Пивастичка взяли. Lina? Because she's on fire? I think it's Lina. She's red hair. Yeah. I think Mirana's pretty hot. Why? She like has a very good body, very good, very nice stomach. Бля, у него просто спросили про... У него просто спросили, какой персонаж самый крутой. Зачем он описывает? Мне нравится Мирана. Хорошо. Потому что у него есть киска. Ой. Это прекрасно. Да. Dota 2 or sex? Dota 2 or what? Dota 2. Sex. What the heck? Я, ну это, кстати, нормально, чел подъебал. Это было прикольно. Это хороший юмор. Но ты того, что... Что за хуйню ты несешь, да? Что ты за хуйню сказала? Что это такое вообще? Sure, it's just that the other one. Depends with who. Like, for example, with him, sex. Ой-ой. Тихо-тихо-тихо. It's just that the other one. Depends with who. Like, это зависит от того, с кем. Например, с ним секс. Чел такой. For example, with him, sex. Otherwise, Dota 2. Когда ты не знаешь, что ответить, и такой смотрит на тебя. Не знает, фигур просто говорит, yeah. Usually don't have problem with sex, so Dota 2, yeah. Dota. Dota 2. Probably Dota 2. Dota 2. Dota 2, of course. Dota 2. Sex в Dota 2. Both? Секс, конечно. Вот, наконец-то. Один. Вот он, герой. Окей, окей. Секс. I'm a retired player, so like, I like sex. Окей. Реально? Не верю. I mean, booty for sure. Booty, why? I can't really explain, it's like an instinct. Boobs. Boobs? Booty. Booty? Грудь, наверное. Boobs, but I like small boobs. Грудь. Но пусть будет попа. I would say ass. Ass. Mm-hmm. Okay. Good. Не могу с этих двух кентов. Да, дай пять, дружище. Team. I like ass. Mm-hmm. Yeah. Okay. I think ass is like... I don't know, there's something nice with ass. When I was younger, I like the boobs more, mm-hmm. But when I get older, I actually start to looking at the lower body. Yeah. Вот знаешь, я начинал с того, что мне нравились... Блин, чел как будто не играть туда приехал, а реально сексом заниматься, я серьезно говорю. Он реально как будто не играть туда приехал. Нравилась грудь больше, но я... Дима, я знаю, что ты выберешь. Твой самый горячий персонаж — это Пуч.
Когда он притягивает за твои яички грюками к себе, ты встаешь на колени, и он срет кровью. Ой, чел, блядь, иди нахуй. Дима, так что будет с Элидота в итоге сегодня? Слушай, я сейчас думаю между двумя играми, посмотрим. Я перешел как-то с возрастом больше на... Я знаю такую теорию, что когда ты молодой парень, тебе нравится больше грудь, потому что она ассоциируется с мамой, а потом тебе нравится больше ягодицы, потому что ты уже таким взрослым мужчиной и уже думаешь о продолжении рода. Согласны с теорией этой, ребят? А что выберете вы, Dota 2 или секс? Ну, Крихантик хуйню несет, Крихантик понял. Маму выбрал? Дружище, такого не было в выборе. Никита, здорово. Секс, Dota 2. Работа, ясно, вот уже все. Вот кто, сразу видно, кому, блядь, за 25, за 30 лет. Работа, поспать, Dota 2 или секс, сон. Удалите клип с чата. Какой клип? И типа, чем больше таз у девушки, тем, значит, она может больше детей, да, рожать. Блин, вот так. Это гениально. Гениально, да? Хорошая, значит, теория. Do you have a type in girls? О, type of girls. Я сейчас буду угадывать, я знаю по лицу, у меня психотип хорошо строится. Дина, а тебя в какую дырку нравится больше? Дружище. Бум. Я не Дина. Спроси здоровый у нее. Будет фарш за сегодня. Членосос сегодня нет. Спасибо за 20. Бум. Давай ужастик старый. Я взял ножницы, жопу ему вспорол. Сиськи ебал, кстати. Блядь. Скантик, ты вообще нормальный? Ты вообще нормальный? I like cute faces. Smart. I like Chinese girls. Yeah. I like Asians. But I'm okay with Western also. Asians, yeah. I guess it's like my wife like it over there, I guess. Yeah. Как моя жена постарше, только, бля, чувак по тонкому льду прошел. Милые, небольшого, ну, меньше роста, чем я, худенькие, стройненькие. Первый, второй размер груди, что такое, да? Это он Ява Эльфу? Это он Ява Эльфу описывает или что? Size or MMR? I don't date Dota players, so size. Размер чего? Вообще, я не знаю, для девушек ММР не очень важен, поэтому... Да, схуяли. Если у тебя 7000 ММР, тебе с тобой любая девчонка пойдет гулять. Любая вообще. Вы в Тиндере пробовали писать, 7, что у вас 7000 ММР? Попробуйте. Все. Вам сразу ответят. Сами лайки будут ставить. Куля, Dota дырявая. Ой, Федя, иди нахуй. Окей. For Dota girls, maybe MMR? The soul. What's the best? Да, да. For Dota girls, maybe MMR? The soul. Ну, потому что женат, ребят, вот. Он потому что женат. Женат. Вот, душа. What's the best pickup line? I mean, I don't have any pickup line. Just if it's like an advice, I would just, you know, be confident in yourself and like talk about your passions. Yeah. I feel like that is a good pickup line. Yeah. I don't know. Would you make love with me? О, нифига себе, чел реально. Он на миду играет, 100% всегда пушит. Ну, это видно даже по его фразе. Чел пушит. When I was in China many years ago, they taught me a sentence that was like. Нихан, вау, can I remember it? Нихан Пяолянг. Ну, Пяолянг — это девушка, по-моему, Пяолянг, там, милая, что-то такое, да. Это я знаю. Ты очень милая, And типа. And it means something like, your eyes are as beautiful as the stars. It worked when I was there. It was the only line I knew, but it worked. Хуя, реально? Yeah. It's cute. Yeah. It's cute. Okay. Кого нужно пикнуть, чтобы выиграть игру в соло? Не тролля. Героя. Какого? Просто любого героя. Ты на любом можешь выиграть. Lone Druid. А, друида реально, кстати. I think Faceless Void is pretty cool. I like playing him. Я бы сейчас на Миране каждую игру выиграл. Do you have any in-game fetishes? I don't think so. I think I'm kind of normal. In-game fetishes? Yeah. Yes. I love buying Midas. Yes. Бля, ну вот этот чел, кстати, такой, он опасно выглядит очень, да?
Rich boy. Yeah, rich boy. Very naughty. Yeah, ты богатый мальчик. Funniest moment in the international so far. I think it has to be when Misha accidentally abandoned the game. We had a very fun group stages, so most a lot of our group stage games were very fun. So I guess yeah, we just spending time with the team in the group stages, laughing at the games and stuff. I think the funniest moment is like the saddest moment too, when ex-Nova went up the stage alone. It's like funny and sad at the same time. Сколько лет этому челу, что он уже женат? It was very sad. And funny. It'll be funny in like a few years, a few months. Now it's just sad. What do you choose, CS:GO or Valorant? Valorant. CS:GO. CS:GO. Зман, у тебя чат бунтует. Кто бунтует? Бум. Какая же кринж? Всеобщий бунт, нахуй. Тиши. Я сейчас замьючусь на какое-то время. Там Кент с ума сошел в Дискорде. Ну, я и там играю. Окей, а ты? Я выберу Доту вторую. Скажи, какая вообще самая лучшая игра в мире? Возможно, для меня это навсегда, наверное, сердце, это StarCraft Brood War. Да, фак, Старик это имба! Блять, надо как-нибудь Старик собрать. StarCraft это имба вообще. Да, это олды. Resident Evil. Вот он мне больше всего нравится. I think eFootball. Какой eFootball? Football 2022. I play it almost every day. Elden Ring and then Witcher 3. But it's very difficult game. Yes, that's why I like them. You know, Dota is too easy. Yeah. As you can see, I'm like last place TI, but yeah, so I play. А Entity прошли финал? Что-то он так базарит, опасно, что они очень Dota очень простая, там все дела. Что вы больше любите, пельмени или вареники? Опа. Я вареники. Пельмени. 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 Я люблю больше пельмени. Окей, супер. Do you have celebrity crush? Sure. Who is it? I can't say, it's gonna be awkward now, you know, it's you, of course. Oh, wow. Not anymore, but when I was younger, I used to really like Ariana Grande. Emma Watson, да, да. Emma Watson, это моя мечта с детства была, ну, то есть я... Emma Watson, это Хью Хантик, у тебя конкурент. Я влюбился в нее в какой-то момент. Но потом мне очень понравилось в «Титанике» кто снимался? Я забыл ее имя. Кейт Уинслет. Кейт Уинслет, это... Мне вообще Кейт Уинслет никогда не нравилась. Who is the hottest players in Dota 2? Let me think. I think Fishman is pretty hot. He's player for Entity. I like his beard. He's like, he's so handsome. He could take me any. А это Фишман, блять. Есть такое ощущение, что они как бы, ну ладно. Any day. And then, other than that, I think Timado is pretty hot as well. Cyberlight hot? Yes, true. Look at the guy, two meters. I think Laura with heads, it was really hot. Arke was. It's good looking too. FY when he was younger, Abed. If he loses a bit. А почему Ликса никто не назвал? Yeah, Tofu. Tofu actually looks kind of good. I'm surprised he looks like the kind of good. Ну, это, кстати, реально норм выглядит. Yeah. Tofu on Gladiators. Да. Короче, все за Tofu. Good looking. And then, yeah, not seeing anyone on my team. Да много на самом деле красивых парней. Ларл там какой-то тоже скейтер. Не знаю, кто-то считает меня там милым, красивым, не знаю. I would say Chris Luck. I played Dota for 10 years. I've seen a lot of people. Yeah. I think I'm the hottest. Oh yeah. I'm the hottest. Okay. And then rest aren't even close. So. Okay. Yeah. Короткий совет для дотеров. Будьте проще по отношению к тиммейтам. Главное не сдаваться, ребят. Видишь, это было быстро и несложно. Thank you so much. Thank you. It's easy. Thank you so much. Thank you. That's all. You're doing very well. Thank you. International. You're doing good as well. Yeah, thank you. Спасибо, мои дорогие.